Позади меня 50 разъяренных подписчиков. Если в течение следующего получаса они смогут меня уничтожить, то мне придется сделать 25 отжиманий в реальной жизни. На камеру. Да, на камеру. Но у меня все же есть небольшой шанс на победу, ведь у меня есть они. Помощники, они будут помогать мне выжить, наверное. Я на это надеюсь очень. Ну что ж, мы начинаем, да? Так, смотрите. У нас есть 5 минут на то, чтобы развиться и подготовиться к их атаке. Потом я им включу генератор, и они начнут строиться. У них пока что там нет ни железа, ни ресурсов, ничего у них нет, они ничего не могут. И у нас есть 5 минут, чтобы подготовиться. Давайте строим крепость, ребята, вы же помощники. Давайте. А, точно! Нормально стройте. Алло, ты не знаешь, как я строю? Ух, они к нам идут. В смысле? Все, капец. Так, давайте я нам все куплю, пока они там ничего не могут делать, а потом мы быстро будем строить. Идемте, быстро фармите ресурсы. Богатый молодой, это просто по-моему. У нас все по максимуму, давайте быстренько раскочегаемся. Так, я покупаю себе алмазную броню, у нас будет. Изумрудная даже. Я хочу купить ружье. Ружье, я его себе покупаю. Купил. Я все себе покупаю, ни в чем не отказываю. Я в изумрудной броне с ружьем вот так. Опа-на. Ого, вон они там ходят туда-сюда, ждут, пока им дадут доступ. Топой гасимуха. Ой, страшно. Ну что ж, я полностью готов, у меня есть изумрудная броня. Вот такая странная винтовка даже есть. Лук, который может стрелять гранатами. И самое главное, хороший меч и защита. В принципе, мы должны справиться. Так, ребят, вы готовы? Проблемы. Нет. Нет? Не, не совсем. Не, вы готовы, все, давайте. Я включаю ПВП, ломание кровати, все включаю. Все, нам конец. Стройте крепость быстрее, люди, быстрее работайте. Так, все, начинается. Они бегут, они в броне. Целая армия строится к нам. Это просто капец. Они бегут. Я стреляю. Я запускаю ракеты. Вы не дойдете до нас. Вам не дойти. Я вас всех уничтожу. Ой, бедный черик, жалко его. А, нет, не жалко. Их так много, они сейчас просто простроятся к нам. Ладно, это слишком читерское мне. Это просто вообще. Так, вон там челик на горе стоит, смотрите, он по нам бомбит, давайте у него гранату, ой, не долетело. Лови, бомбардировка, ой, там профессионал видно жестко. Они не могут пробиться, тут слишком, мы слишком мощные. Давайте им дадим больше ресурсов. Не надо, дядя. Они простраиваются, первый там человек. Там застроился один. Первый человек у нас на базе уже. Они меня убивают потихоньку. Ребят, вы меня защищаете. Ай, ой, сверху, нам на базу. Сверху бомбы падают, страшно. Страшно, страшно, очень опасно. Ой, там сзади челик, смотрите. Стоять, куда, куда? Мы им кровать не ломаем, ребят, окей? Так, ребят, надо не сдаваться, давайте. Они уже зашли к нам на базу, они тут все уничтожают. Они ставят динамит. Я чуть не подорвался. А, нам кровать сломали! Все, у нас только одна жизнь. Это становится еще более хардкорный челлендж. У нас только одна жизнь есть. Ребят, вы не умирайте там. Старайтесь не умереть. Можно дольше держиться. Так, у нас всего одна попытка. И надо еще надо продержаться 27 минут. Чего? Я не верю в это. Видите, тротил. Я буду уничтожать их укрепления просто. Я уже 16 человек уничтожил. Чувствую себя убийцей. Меня со всех сторон! Ладно, я буду тут стоять. Ух, нас бомбят со всех сторон. Реально, они мосты строят и бомбят нас оттуда. Он строит защиту, но он не знает, что у меня есть лук. Бам. Блин, мне их даже... Ух, бери винтовку, она сейвит. Я взял. На меня напали. Жестко. Пока они все не смогут объединиться и напасть на нас, у них ничего не получится, потому что мы слишком сильны. Они поодиночке идут. Они нас обходят со всех сторон. Да, но они идут поодиночке, и в этом их слабость. Они По одному они очень слабые. На них шансов нет пока. Вам надо прокачаться, генераторы себе прокачивайте лучше, алмазную броню покупайте. Ой, прям тут человек. Они прям с неба падают на нас. Ну что, мы пока их держим. Так, ребят, все, давайте, надо строить крепость, а то это реально. Ой, сверху динамит на меня упал, ничего себе. Да что такое? Что за... Вы тут устраиваете? Это просто ужас.
Я пока в магазине сижу, меня закладывают динамитом. Ты просто гений, человек. Прости, что мне пришлось тебя уничтожить. Мы просто враги. Мы могли бы стать друзьями в иных обстоятельствах. Но ведь я покупаю много обсидиана. Давайте реально построим крепость уже из обсидиана. Все сдохли, наши? В смысле? В смысле? Так, ребят, нам надо реально внутри делаем сильную оборону. Вот. Ой. Нам просто нет смысла. Просто нет смысла оставаться снаружи. Надо их. У них уже алмазная броня. И они заходят внутрь. Ладно, давайте, держимся, держимся. Я сейчас выпью зелье щита. Так, нас четверо, а их 30. В принципе. Все, стоп, я же сейчас умру. Я сейчас умру же просто. У меня хп очень мало. Они все сюда пробрались. Нам уже просто нет шансов. Сейчас меня убьют. Битва под палубой. Сама... Все, я эвакуируюсь. Посмотрите, меня сейчас убьют. Вы держитесь все. Там. Все, меня убили. Ну нет, у нас осталось трое. Я пока держу оборону здесь. Ладно, пошли резать их. Да. Хватит прятаться. Пора действовать. Ребят, мы тут просто как в ловушке в этом подвале сидим. Я в текстуру улетел. А где вы? Что происходит? Ну внизу. Я в Вьетнам приглашаю. Это сложнее, чем я думал. Я сначала ожидал, что они не смогут с нами справляться. А теперь я понимаю, что нам полный конец здесь. Даже с такими крутыми вещами. Хотя я даже не думал, что нам такие вещи придется брать. Я вообще не ожидал такого. Давайте временно PvP отключим. Пока что мирный договор, ребят. Мирный. Ой. Все, мирный договор пока что. Они фармятся на нашем генераторе, гении. Ровно на 2 минуты, все. Никакой войны. Ладно, ладно. Мирный договор, я пошел им на базу на чай. Ладно. Они уже все используют наш генератор как свой. Ладно, ладно, вы живите. Мы уходим с нашей базы. Дайте нам просто время уйти. Спасибо. Ой, они же сейчас изумрудную броню себе купят. Ну что, все, я включаю PvP 3. Ай, стоп, я один? Ладно. ПВП включено! ПВП включено! Смерть! Просто ужас! Что тут происходит? Они все были готовы, у них алмазные изумрудные вещи. Нет, сейчас... Смерть, нет, смерть, нет, смерть. Не хочу, не, пожалуйста. Ба-ба-ба-ба, убиваю. Меня сейчас убьют, я жив. Нет, все, минус оранжевый. Я сломал кровать! Нет! Меня скинули! Блин, я что, один остался? Нет, я тоже остался. Ну, теперь они не смогут возрождаться. Надеюсь, мы сможем. Я не знаю, но меня сейчас убьют тут жестко просто. Так, ребят, простите, это ваша последняя битва. Ты можешь их убить. А стоп, я один! 100 хп! Ушли отсюда, пожалуйста. Нет, я один против 22, все. Ладно, хп у меня будет всего 250. 17 подписчиков, уже 16. Ой-ой. Я просто буду их всех бомбить отсюда. Меня сбить хотят. Падаю! Падаю! Стоп, у меня вообще никакого превосходства нет. У меня всего 3 раза больше хп и все. Они тоже изумрудки. У них тоже изумрудная броня, реально. Ладно, 15 человек осталось. Возможно, я не буду отжиматься в реальной жизни. Давайте, надо поднажать, а то мне придется реально отжиматься. Это плохо. Там за мной люди уже выскакивают. Ничего страшного, просто спускаемся. Так, подписчик, прощай. Мы тебя не забудем. Ладно, окей. Вон там челик в изумрудной броне, такой же, как у меня. Ой, они идут. У них изумрудная броня! Один урон я всего им наношу с выстрела. Ладно, у меня есть ракеты. Давай. Огонь! 10, огонь! О! Что это такое? Пошел вон. Пошли уходить. Надо где-то спрятаться. Вон тот остров хорошо подходит. Ух ты! Уф, жесткая дуэль, да? Но у него нет шанса, походу. А стоп! Отлично. Так. Ой, у меня мало хп, ой. Очень мало хп. Второй подписчик в броне. Ладно, один против шестерых я остался. Ладно, я думаю, у меня все же есть шанс. Мне осталось продержаться примерно 10 минут. Давайте я сниму один элемент брони, чтобы у них больше шансов. Чуть не разбился. Я вообще попробую где-нибудь спрятаться. Давай, аху. Так, они меня не видят, но все равно видят. Так, ребят, осталось мало, поэтому у меня будет не 200 хп, а всего 100. Как у нормального человека. Еще у меня не будет винтовки и морковной ракетницы. Теперь, если не считать шариков, то убрал все вещи и остался на равных с подписчиками. То есть у меня нет ни ракетницы, ничего, только шарики и такое же оружие, как у них. Осталось только их победить. А где они? Они уже меня выследили. Стоп, а у меня есть вообще оружие какое-нибудь?
О, 50 урона с одного выстрела он по мне нанес. Чем он стрельнул? Это винтовкой. Он меня может с одного выстрела убить? Ой-ой-ой, это уже прямо какие-то дуэли. А их там еще несколько. Это невозможно. Но он ничего не делает. Они с одного выстрела мне наносят половину хп. А чё я им только 11 урона наношу? Ой, чё они меня бомбят? У меня 60 хп осталось. Ну ладно, мы с ними на равных. Я пойду назад. Мне осталось продержаться всего 7 минут, так что я могу еще победить. Так, ладно, все, это уже какая-то дуэль, но их больше. Ау, почему я наношу меньше урона, чем они в 2 раза? Они наносят 20, а я только 10. Лови динамит! Опа. Вот это да. Эта битва станет легендарной, это последний бой, понимаете? Либо я, либо они. Но походу все же они. Стоп. Один упал? Да, мы остались один на один. Один на один, один остались. Какой давай у тебя ник? Подожди, давай не будем пока драться. Сейчас я ники включу. Подожди, не стреляй. Давай, не стреляй. Вот я не стреляю. Я иду к тебе. Я хочу узнать, кто ты. Мы с тобой остались один на один на равных условиях. Легенда, да? Я могу его войс добавить. Давай. Ну что, привет. Ты последний, кто остался из всей армии, которая нас уничтожала. Устроим равную дуэль? Давай, попробуем. Пошли на центр. Если ты меня победишь, то мне придется отжиматься. Это будет битва легендарной. Курица все решит. А с чем она? А, я думал, это дьявольская. Это дьявольская курица. Файт начинается. О, у него фаерболы. Так. Есть попадание. Есть пробитие. Ой, ты сверху? Пробита. Сверху прыгаешь? Мощно. Ай, у меня пропало. Ух, ух. Второе попадание по мне. Так, я прячусь. Сейчас все решится. Либо я буду отжиматься, либо нет. Битва на равных, да? О! В смысле? Ты упал? Нет! Как так? Yes, мы выиграли. Было эпично, он умер достойной смерти. Да. Это страшно. Я думал, мне придется отжиматься, а... Легенда, что скажешь? На лайки. Чего ты сказал? На лайки я, что ли, да? Ну, не, ну. За все это видео мне пришлось уничтожить 73 подписчиков. 73 раза. Ни один подписчик при съемке этого видео не пострадал. Ну, в реальной жизни ты не пострадал. Мне что, тогда не отжиматься, что ли? Да. Не, отжимайся так. Прикол. Еще берите вот эту классную футболку. Я хотел купить твою футболку, но я призданат потратил. Людям на пожертвование. Молодец, так надо делать. Всем пока.